Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас, творческая студия Оксаны Вильчер. Давно не выпускала видео, болела я сильно. И пока болела, решила освоить новый вид творчества, фелтинг. Это сухое валяние. Конечно же, заказала себе набор для новичка на своей любимой площадке AliExpress. Вот. Мне пришла по ссылочкам достаточно быстро, за 2,5 недели. Вот такой пришел пакет. На упаковке написано, что он весит 374 грамма. Вот, что у нас должно было прийти. Это 16 видов шерсти, 9 иголок, пенопластовый коврик и ручка для вставления иглы. Что хочу сказать. Я раньше никогда не валяла, не занималась сухим валянием. Но вот захотела попробовать. Рекомендую всем, кто хочет заняться или в подарок подарить, на AliExpress самые недорогие товары. Если вы часто заказываете или не часто, пользуйтесь скидкой. Ссылка, где можно получить скидку, ниже в описании я оставлю. И давайте приступим к распаковке. Так, вот такой кулек. Иголочки вот в таком футляре. Так, ручка, в нем еще иголочка. Так, ну это пенопластовый коврик, я поняла, на нем так тыкать, валять. Так, и давайте посмотрим, что здесь. Здесь шерсть. Должно быть 16 видов. Я в ней, конечно, не разбираюсь. Сейчас посмотрим, что это вообще такое. Так, ну вот пакетик один открытый был. Видно, что да, тут почти все цвета есть. И сиреневый, розовый. Так, три вида коричневых оттенки. Ну это даже бордовый какой-то. Так, красный. Два вида зеленых. Сиреневый, розовый, белый. Значит, оттенки желтого, оранжевый, голубой, черный и фиалковый цвет. Так, 3, 6, 9, 10. Ровно 16 цветов. Вот один пакетик открыт. Достанем, посмотрим. Вот такой моточек пришел. Он мягкий, приятный на ощупь. Не колючий, вот такими волокнами. Насколько вот хватит такого моточка, волокон столько, я не могу сказать, какие предметы я буду делать. Но я хочу маленькие делать фигурки, там сердечки, маленькие мишки. Ну, буду изучать, как это, что получится. Ну, думаю, на фигурку, на маленькую хватит. Вот я смотрела видеоуроки, то есть там вот так вот как-то все сминают и тыкают. Ну, вот мой кулак шерсти. У меня кулак, в принципе, небольшой, но влезает. Вот. Вот такая шерсть. Так. Где у нас тут? Иголочки посмотрим. Ручка деревянная, приятная к руке, без занос всяких. Так. Должна быть обратная иголка еще. А вот как это работает. Угу. Иголки очень острые, я читала. Желательно вот работать в каком-то чехле для пальчиков, на пальничке. Вот. Это обратная иголка. Вот она одна. И вот в таком футляре остальные. Разного размера, крупный. Там 38 ходовая игла, 36. 40 и 42 вроде бы должны были прийти. Удобный футлярчик и иголочки. Как вот с ними тут разбираться, какая каким размером, еще я не знаю. Какая крупная, какая нет. Так, сколько их тут сейчас выстроим.
три, шесть, девять. Ну, вот 9 иголочек рабочих и одна, чтобы пух делать возвратную. Так, как это работает? Вот так вот вставляем. Так, вот. Вот так вставили, тут такой же лобочек. И сюда. Вот примерно, наверное, вот так вот. Берем коврик. С иголками надо быть аккуратными. Они очень острые. И, конечно, если в палец попадет, она вытащит, наверное, палец весь. Так, ну, как-то вот так вот это делается. Когда работаем с таким предметом, надо быть очень внимательными. Не отвлекаться на посторонние дела, иначе все пальцы будут ранены. Ну, вот такой обзор у меня получился. В принципе, я очень довольна. Стоило это все 600 рублей. И тут, я думаю, мне хватит намного моих фигурок, и я научусь, и опыт получу, и решу, надо мне это, не надо. Достаточно, в принципе, иголок. Пишу тут, что они часто якобы ломаются. Но посмотрю в деле, как часто они ломаются, и нужно ли мне это вообще. Ну, будем прощаться. Всем пока-пока. Если вам понравилось, ставьте лайки. Понравился товар, ниже по ссылочке я оставлю вам, где его можно купить. Пока-пока!